Почему пропадает желание общаться с другими людьми? На самом деле, состояние равнодушия к окружающим и игнорирование людей может быть связано с различными проблемами. Первое. Вы боитесь проявить слабость, которой могут воспользоваться окружающие в своих целях, а поэтому предпочитаете безопасное одиночество. Второе. Практически в каждом человеке вы подсознательно видите обидчика, который когда-то сделал вам больно, и боитесь повторения. Поэтому стараетесь максимально закрыться и делать вид, что не нуждаетесь в общении. Третье. В вашем окружении нет интересных вам людей, а поэтому вам просто скучно находиться рядом с ними. Четвертое. Вы боитесь, что вас отвергнут. При этом этот страх не только мешает заводить новые знакомства, но и негативно влияет на самооценку. Пятое. Вам сложно выражать свои чувства и эмоции. Как правило, таких людей в обществе считают неприветливыми и замкнутыми, что приводит к обоюдному нежеланию общаться. Какие пункты есть у вас?